На пол мы укладываем современные доски с особой двухслойной конструкцией, специально для дачных условий. Сверху цельный шпон дуба толщиной 5 мм с отделкой под состаренное дерево. Низ – стыковочная деталь, тоже из дуба и толщиной 14 мм. Поэтому эта доска и называется инженерной. Она прочнее и долговечнее, чем обычная из цельного дерева. А ее коньячный оттенок смотрится благородно в любом классическом интерьере. Богатое напольное покрытие – характерная черта интерьеров чеховской эпохи. Для создания единой стилистики нашего интерьера стену под окнами мы отделываем той же доской. А чтобы и подоконники получились полноценными, и площадь небольшого помещения сохранилась, наши дизайнеры решили сделать стену наклонной. Отделку окна завершают наличники. Это та же напольная доска, которую дизайнеры решили использовать не только по своему прямому предназначению. Выходит очень эффектно.